Здравствуйте. Данное видео сделано по материалам статьи Ларионовой Екатерины Ивановны об одной подвижной спортивной версии жипто. В аннотации этой статьи говорится: подвижная игра – это двигательная деятельность ребенка, которая может определяться нормами, правилами и выполнением заданий. Подвижные игры побуждают ребенка к умственным и физическим усилиям. Автором статьи придумана и успешно протестирована игра «Жипто-бег» – горизонтальная версия биатлона «Жипто» профессора Григория Васильевича Томского, автора семейства развивающих игр «Жипто».В своем видео Екатерина Ивановна показывает, как проводится приобщение детей к этой игре в детском саду номер 79 «Лучик» города Якутска. Подвижная игра «Жипто-бег» – одна из версий «Жипто». Дети стоят на 1 метр дальше от своей цели. Заметим, что взрослые стоят на 3 метра дальше своей цели. Игру начинают убегающие. Они бросают по очереди. Первый бросает. Второй. Так. Двигаем на одну клетку вперед. Третий. Вместе с кружочком двигаем. Четвертый. Пятый. После первоначального этапа освоения игры участникам объясняется, что на самом деле убегающие могут сделать на первом ходе по 2 шага, а не по 1. Это делается для ускорения начала игры. А теперь бросает догоняющий. Догоняющий ходит 2 клетки вперед. Догоняющий движется 2 раза быстрее убегающих. Убегающие могут ходить в разные направления, учитывая, куда идет догоняющий. Убегающим надо найти такую дорогу, чтобы не попасться догоняющему. Третий. Четвертый. Пятый. Догоняющий также внимательно наблюдает за направлением, куда идут убегающие. Если догоняющий пересекает красную линию, то от стартовой линии подходит на 2 метра вперед. Первый. Второй. Андрей.
подальше. Так, четвертый слова. Если убегающий получает одно очко, то от стартовой линии подходит на 2 метра вперед. Алена. Слава бросай. Так. Мистер. Мистер не попал. Алена. Вот, может скушать один зайчик в одновременно. Ребята, мы сейчас считаем очко. Первый заяц. 3. Второй. 0. Третий. Четвертый заяц. Сколько очков? 1. Пятый. 2. Итого у нас сколько? 6. Молодцы! Так как взрослые стоят дальше от своих селей, чем дети, то они, в частности, никогда не переходят на поле игры. Поэтому соревнования для них происходят очень динамично и с большим спортивным азартом.